Всем большой привет, друзья! Меня зовут Юля, и я рада видеть вас на своем канале. Обязательно подписывайтесь, если вы этого еще не сделали. Ну а сегодня с вами идем в магазин низких цен, в магазин «Светофор». Город Курск, улица Республиканская, 1Б. Желаю вам приятного просмотра. Первый выпуск из этого магазина я уже сняла. Знаете, было очень много новинок, прямо на редкость вам скажу. Ну а сегодня мы продолжаем. Ссылку на первый ролик оставлю в описании под этим видео. Сейчас зашла в холодильник. Давайте продолжать рассматривать дальше товары. Первое, что хочу показать, это йогуртный такой напиток по 31 рублю. Он пастеризованный, 320 грамм. В принципе, его хвалят. Сама я не пробовала, он фруктовый. Мне очень нравится десерт Грант. В магните он у нас стоит 85 рублей, а здесь 48. Точнее, даже 44,70. Шоколадный. И еще есть один вкус, очень мне нравится больше, с клубникой. По-моему, тоже я здесь его видела. Да, с клубникой есть, просто он здесь внизу стоит. Там достану, сейчас вам покажу. Вот он, белый шоколад с клубничным муссом. Очень нежный такой. По составу вам поближе покажу. В принципе, состав нормальный, съедобный. Так, ну и смотрим, что у нас тут еще. Услада, тоже йогурт. По 39. Без заменителя молочного жира. И этот ценник сразу за спайку. Молочный коктейль шоколадный от производителя «Белый город». 1000 миллилитров по 67 рублей. А рядом у нас сливки питьевые. Они ультрапастеризованные по 84 рубля. 10%. Вот они. По мясу что здесь сейчас есть? Крыло индейки по 155 за килограмм, бедро куриное по 158, и вот здесь я так предполагаю, что свинина у нас, свинина на кости по 200 рублей за килограмм. Они у нас полностью всегда расфасованы по пакетам, сразу с ценниками, что очень удобно и приятно. Вот здесь интересно, что за паста из морепродуктов, крем-фиш, крем-кальмар. 270 грамм по 74 рубля. Что у нас тут пишут хотя бы на первых строчках состава? Вода питьевая, масло растительное, мясо кальмара рубленое, пищевое, волокно, клетчатка, пшеницы. В общем, такая субстанция кремообразная какая-то. Наверху бутерфиш 180 грамм со вкусом горбуши по 61 рублю. Горбуша с чесноком. Вот она. Знаю, что многие покупают и спрашивают всегда у меня, точнее просят, чтобы я показывала, где есть данный товар. И есть просто с горбушей. Уже упаковка с красной этикеткой. И также из этой серии деликатесная икра в крем-соусе с ароматом копчения. 170 грамм по 56 рублей. Ну, что касается состава, конечно, очень много ешек, потому что это все имитированное. Майонез мистер Рико очень хороший. Все со мной согласны всегда в этом мнении. По 99 рублей. Он 67% и большая упаковка 800 грамм. Но вот такой вот я лично не пробовала. Золотое лукошко. Майонез провансаль, также 67% написано. И 800 миллилитров. Вот даже состав вам могу показать поближе. В общем, если пробовали именно этот производителя, напишите, пожалуйста. Стоит он здесь 66 рублей. Первый раз вижу в продаже черная смородина замороженная, вот фасованная. 1 килограмм 344 рубля. Вообще не видела никогда именно у нас в магазине «Светофор». Давайте посмотрим, насколько она. Какие ягодки, в принципе, нормальные. Не мелкие такие ягоды. На компотик будет самое то. Быстро размороженная она. И хочу посмотреть состав. Только черная смородина. Хочу посмотреть, кто у нас производитель. Россия, Ростовская область. Приятная новинка. И здесь у нас еще клубника. Давайте посмотрим. Ягодки какие. Крупные.
Все такая спелая, видно это. Ростовская область также производитель. 1 килограмм. Клубника стоит 183 рубля. Еще одна новинка в большом формате появилась. Фруктовая пюрешка для деток от производителя Фрутоняня. Яблоко-груша. В этой упаковке 180 грамм. То есть она увеличенная такая серия, потому что обычно по 90 грамм они, если знаете, 39 рублей здесь стоят. И я могу сказать, что тоже всегда берем Фрутоняню здесь. Со злаками она тоже продается. Вся очень вкусная всегда. 5 плюс по возрасту. Вот для того, чтобы вы меня поняли, вот она обычный формат. Маленькая. А, это даже 130 грамм. А то есть еще меньше. Это тоже хорошая. Тоже покупаем. Здесь яблоко, персик, мультизлак. Что-то стоит она около 30 рублей плюс-минус. Сейчас не вижу просто ценник. Лук сивок здесь есть также в продаже. Для дачников по 180 рублей. Расфасован он по килограмму. Неплохой, продается он в сетке. Обычный, я бы сказала, не мелкий, средний такой. Есть головки такие продолговатые, вот я только заметила. Но и написано, что он в ассортименте. А есть круглые. Может быть, мне это так кажется, может там какая-то смесь. Покажу вам поближе характеристику. Здесь вот указан, какой сорт, я так предполагаю. Страна происхождения Россия. Смотрите, здесь у нас, хотела сказать, новинка, но, по-моему, они просто изменили саму упаковку, да? Помните, они раньше были прозрачные, вот эти вот палочки сладкие, двойная радость, где 8 штук по 2 палочки печенья, очень по вкусу похожи они на Твикс. И просто они изменили упаковку саму. Стоит также 101 рубль за 400 грамм. Торт Кармелия с карамельной начинкой и фундуком. Вкусный, конечно, на вкус, но состав, сами понимаете, нежный такой, молочный у него. Но состав лучше, конечно, печь это все дело самим. И еще хотела сказать свой отзыв вот об этом десерте. Он тоже очень вкусный. Надо его погреть в микроволновке. Классический такой, вот эти булочки, кто знает. Сдобная особа. Ну, написано, рекомендуется разогреть, так вкуснее. Действительно, по 134 рубля. Могу сказать, что они там все так по отдельности как бы лежат. Не помню, сколько их штук. Всего здесь 380 грамм. Но меня просто угощали. Я пробовала. Вкусный десерт. Очень давно не было в продаже никаких вафельных тортиков от Вкуснель. Вот, наконец-то, привезли со вкусом чизкейка. Хотя их было 3 вкуса, я помню точно. Но сейчас вот именно такой. По 40 рублей за 300 грамм. Вижу, палет только поставили. Мягенькие, свеженькие. Привезли вот такие вот кондитерские изделия. Давайте почитаем вообще, что это. Где тут упаковка-то? С надписью, с названием. Ценник еще вам не скажу, потому что его только поставили. И это у нас печенье карамельное с орехом. Килограмм. Очень мягкая. Ну, когда только привозят, все прям мягкое-мягкое. Вот нашла это печенье. С другой стороны оно еще стоит. И здесь с ценником 180 рублей. Очень выгодная покупка. Азерчай. Некоторые писали, что не понравился. Моей семье очень нравится. Мне тоже нравится. Он пакетированный. Еще обычно продается, но здесь я не видела, в Маяке, в гипермаркете магазина Светофор, он, который нужно заваривать. Ну а здесь пакетированный, 100 рублей стоит. Ну, сами понимаете, что по акции где-нибудь в Магните за 100 рублей, вот 100 пакетиков, наверное, не купишь сейчас. По кофе посмотрела, никаких новинок нет, все тот же Жардин у нас, далее кофе Гранд. Вот такой вот новый, который я вам показывала уже несколько раз, ну, можно сказать, уже и не новый, наверное, да? В мягких упаковках сора. Ну и все, в общем-то. На сегодня свой обзор я буду заканчивать. Вам большое спасибо за внимание, за ваши лайки и комментарии. До новых встреч. Всем пока.